Друзья, всем привет, особенно тем, кто только это видео будет смотреть, без долгих вступлений и приветствий хочу показать состояние сильной семьи на 10 марта. Я вам в прошлом видео показал утепление отводочка, вообще работы по отводочку. Обычно снимаю для обзора там слабые, сильные семьи для сравнения, чтобы показать что-то одно, другое. Я глянул, там по времени уже получилось немало времени, поэтому, чтобы вам не было долго, нудно смотреть, я вам отдельно покажу семью. Я там жаловался на вот эти лепешки, которые зачем-то я поклал. Отверстия там есть, они прогрызли, но они мед не берут. Для чего показываю эту семью? Что ценного, что такого интересного можно здесь увидеть? Дело в том, что я сам не знаю, что мы здесь увидим. Я же снимаю не по каким-то там, короче, не подстава, не какие-то там сценарии что-то показать. То есть я как был против вот этого вот лепнины, лепех этих, так я и против. Зачем сюда поклал? Увидел по своему донышку, по задвижному, что действительно здесь как-то пчелы. Вон, отверстия есть, грызли они кулек. Кто там может сказать, что типа кулек не прогрызли? Нет, все прогрызли, но мед им оказался не нужен. Эта семья, вот даже по рамкам можете, кто мои видео смотрит, видите, тут вот написано из второго. Даты на рамках стоят, это такие старенькие рамочки, то есть именно эту семью я показывал во всех видео, где подкладывал эту лепеху и где вообще говорил, что давайте там положим все-таки корма, мед и все остальное. Так что сейчас мы посмотрим, почему мед не взяли и есть ли у них корма. А то там некоторые умники говорят о том, что надо не мед, надо канди. И вопрос не в том, что только умники так могут говорить. Просто они говорят об этом не очень красиво. Можно объяснить, что я вот там так делаю, я так. Ну, а начинают все с какого-то свысока. Значит, медовая рамка, она так чисто стоит. Тут 50% корма в ней, может даже 60%. Пчелы сидят спокойно, до меда достают. Дымануть бы, чуть-чуть их разогнать. Но я пока по работе ездил, дымарь затух у меня. Попробуем так, без лишнего движения. Ну вот это медоперговая рамка. Мед здесь не очень жидкий уже пошел. Жидкую порцию съели. Ну тут меда, кому не видно, вот это все с медом. Для такого меда, вот здесь вот, кстати, жидкий распечатали, есть. Поэтому пока у них жидкий есть, они густой брать будут неохотно. И для такого меда, как в этой рамке, им нужна вода. Им нужна вода для того, чтобы его и забрать оттуда, и нормально все это дело приготовить. Так. Мне удобнее смотреть так, а вам надо показывать вот так. Рамка наполовину пустая, вот в этом месте, вот здесь вот. Так, здесь то же самое. Яиц нигде нет. Ячеечки почищены, готовы под засев. Как только пойдет пыльца, в эти места будет складываться пыльца, и матка будет сеять в свободные ячейки. Мне просто интересно, я же посмотрел только два слабых отводка. В одном яиц было много, почти полрамки в суммарной сложности. А в другом отводке вообще практически мало-мало засева, мало яиц, ничего не было. А вот мне интересно, чем отличаются на данном этапе
на 10 марта сильные семьи, насколько же у них много расплода. Я так долго смотрю, солнце не дает, все блестит. 10% 30 кормов, то есть, ну вот то, что я уже увидел по четырем рамкам, какая лепешка, зачем она тут нужна? Ну там просыпалась по донышку, да, но когда все вокруг паникуют, то невольно начинаешь сомневаться. Ну я ж объяснял, сомнения у меня вызвали лишь нестандартный температурный режим этой зимой, крайне нестандартный. Вот эта рамка с расплодом. Здесь есть немножко запечатанных ячеек и личинка 4-5 дней. А также вот здесь вверху яйца. Тут очень хорошая рамочка, ровные ячейки, не трутовые. Ровные ячеечки, так что семья здесь уже выкармливает расплод. Когда яйца есть, то и приглядываться не нужно. Тут все сразу видно. Только глянул, сразу видно. Значит, вот эта рамка практически там, где пусто, без меда, вся засеяна, вся с личинкой. То есть эта рамка, считай, ну, по площади, наверное, процентов 70 там расплода. Ну, пусть 60, ладно. Кто там на экране, вам виднее, где были корма, где... Я даже сам смотрю видео, там монтирую. Вижу немножко под другим углом и думаю, а ну что ж я так подумал, вот так, а оно вот так. То есть даже для себя снимать полезно. Эта рамка практически пустая, почти без корма. И засева с этой стороны нет. А с этой печатный расплод. Вот она маточка ходит. Кому видно, меченая, желтенькая. Вот это пятно закрытого. Ну и там везде вверху яички, а здесь нету. Короче, вот эти две рамки, они тут так рядышком стоят. Это то, что в скором времени будет превращено в расплод. Так. Пчелки садятся, но не жалят. Спокойная семья, без дымаря, без взятка. На облет они тоже сильно, то ли уже облетелись, то ли еще будут. Обычно вот так вот семейку пересмотришь, и начинают они потом активно летать. Так, ну в этой рамке по весу не очень много кормов. Да, она с этой стороны вся пустая. Яиц в ней тоже нет. В принципе, и рано, чтобы на трех рамках. На двух есть рамках, получается, расплод. Это пустая. Что я делаю? Я ту рамку, которая более пустая, я ее сейчас вот так медом переверну к самому гнезду. Но пока сюда вставлю, все поприлипало, все давно не доставалось. И все нужно аккуратно, чтобы лишний раз не потрусить пчел. Вот они, корма, до которых они еще не добрались, в смысле не забрали. Но, как видите, все рамки обсижены, то есть, ну, семья сжата отлично была. Значит, я делаю таким образом, ребятки. Вот здесь у меня две рамки, помню, почти пустые. Пусть на них происходит первоначальное весеннее развитие. Я их поджимаю рамкой с медом. Контролирую, чтобы рамки, которые у меня в центре, все были обсижены пчелой. А эта рамочка, если бы она была без пчел, то есть, ну, мало пчел, ее можно струсить в улей, стряхнуть всю пчелу и убрать. Но так как пчелы здесь немало, я эту рамку здесь оставляю. По центру, смотрите, литок, по центру оставляю две рамки с расплодом. А уже дальше ставим мед. Почему по центру? Ну, они так формируются. У них
такие инстинкты напротив литка, напротив свежего потока воздуха, проветривания, закладывать основную часть гнезда. Иногда мне там писали в прошлых моих видео, в первых моих видео, что ой, как долго ты там. Ребята, ну у каждого свои особенности. Я вроде бы и не тормоз, но когда разговариваю, говорят, что для мужчин вообще это нормально. Медленно делаю. Как только трындеть перестаю, так работа пошла. То есть вот это я вам сейчас семейку эту покажу. Вот я зачем рамки опять достаю? Я забыл, есть здесь мед или нет, и сколько его здесь. Честно, вот забыл и все. Поэтому я хочу что сделать? Чтобы у меня рядом с этими двумя расплодными рамками стояли максимально медовые рамки. Хотя, как видите, для такой семьи, у которой такой потенциал по пчеле, никаких проблем нет, они везде достанут. Они тут передают друг другу. Ну вот на этой тоже будет расплод. То есть, по сути дела, три рамки. Еще раз я пересмотрел. Вот эти три рамки, это у меня формирование гнезда здесь. Это полностью медовая. Еще одна с медом. Эту, кстати, можно было бы стряхнуть с нее пчелу и убрать. Но не буду. Чтобы потом просто зря не лазить, ничего им за заставную не ставить. Семья никаких вообще там опасений не вызывает. Поставил и забыл. Когда много пчелы, никакой помощи им не надо. Ни укутывать, ни заниматься там какой-то еще ерундой. Ничего не нужно. Поэтому многие пчеловоды, которые уже там пару-тройку зим подержали, всегда говорят, ну или опытные уже там с большим стажем, всегда говорят, надо сильные семьи. Потому что, ну, видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь рамок, никаких проблем. Так что рекомендаций тут по этой семье никаких не даю. Не знаю, что делать с этим медом, так как он все-таки в более жидкой фазе. Есть вот так вот взяли прям сразу канди, мед, плюхнули и пошли. Не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Давятся ж пчелки на рамках, поэтому не могу. Вот положу именно вот так. Пусть лежит, забирать не буду, рассуждал, тем более он более жидкий. Все равно уйдет. Никуда не денется, все равно уйдет. Так что пусть они прекрасно себе развиваются. Вон, видите, какой мед и дырка в пакете, то есть он подтекает. Мед жиденький, так что все нормально. Просто он им здесь 300 лет был не нужен. А если не без преувеличений, то месяца полтора он им точно был не нужен. Так что, друзья, вот такие положения дел. Показал вам эти два видео за 10 марта. Слабые семьи, сильные семьи. Надеюсь, что-то вы поняли, увидели. Показал на примере. Так что, в принципе, всем удачи, всем пока. А я побежал дальше, потому что нужно ускоряться.